Ну, а зараз я запрошую до уваги усіх шанувальників театру і загалом усіх, хто любить приємну розмову і гарного співбесідника. Саме такий у мене у студії Микола Кравченко, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч мистецтв Росії. Доброго вам ранку, приємно побачити такого чоловіка в нашій студії. Добрий ранок. Гарному настрою, наснаги і сповненого творчих планів. Добрий ранок. Доброе утро, дорогі миколаївці. Спасибо вам за те, що ви мене сьогодні пригласили. У театру... Є чудова нагода для цього. Так, да, таке неординарне событие, хоча, в общем-то, оно ожидаемое, но неординарное. Не каждый день такое случается. Мы открываем сезон, мы открываем фестиваль наш ежегодный. Вот, и слава богу, что в этом году... Эти подеи майже співпадают в часе. Да, ну, как бы традиционно мы открываем сезон и сразу же на следующий день проводим фестиваль, потому что я думаю, что зритель наш Николаевский уже в определенной степени соскучился за той активной деятельностью театров, которая не проводится в летнее время, потому что это и время отпусков, и в общем-то, такие театральные каникулы. Ну, я знаю, что ось у вас премьера, то втопитися не можна. Так, справді глядач скучив. Так, да, да. Сейчас уже, ну, для нас это приятно, что нет билетов сейчас, что я даже для своих друзей не могу сделать такую услугу, чтобы они купили билет, потому что вчера позвонили, мне говорят, что нам надо 10 билетов. И человек, который смотрел предпремьерный показ, был 25 сентября, мы показывали такую генеральную репетицию, было немножко зрителей, и вот посмотрели и говорят, ну, я хочу повести всю свою семью, друзей, показать спектакль. Хотя, в общем-то, достаточно такая опасная ситуация, и я уже говорил об этом, что материал знанный материал нашими кинозрителями, знанный материал людьми, которые читают, потому что пьеса Евгения Шварца «Дракон» и фильм, который поставил Захаров «Убить дракона», они достаточно популярны, и, конечно же, ставить спектакль по такому материалу – это ответственно и опасно. Потому что можно, в общем-то, не угодить зрителю, можно нарваться на жесткую критику, когда скажут, ну зачем ты за это брался, когда уже до тебя сделали люди очень талантливые. Притом созвездие актеров в фильме «Убить дракона» очень ярко, это и Леонов, и Абдулов, вот, и многие другие, Тихонов играет у нас, это все делают наши актеры, но я думаю, что зрители, которые придут к нам в зал, в общем-то, не разочаруются, потому что это эксперимент, который, в общем-то, удался. От на що ви сподівалися, вибираючи саме цю п'єсу до постановки, я вас запитаю після сюжету, який ми подивимося. Його Паша Москальов, наш колега, побував, власне, йому пощастило побувати на допрем'єрному показі, і ми зараз запитаємо його про враження. 82-й театральний сезон у російській драмі відкриється трагікомедією у постановці Миколи Кравченка «Дракон». Ця робота виходить за рамки естетики, яка притаманна колективу. Прем'єра трагікомедії – спроба режисера-постановника і водночас автора сценічної редакції викликати суспільство на діалог, достукатись до людських душ. Ідею вистави Микола Кравченко плекав 2 роки поспіль. Адже в житті кожної людини і громади виникають моменти, коли необхідно реагувати на виклики часу і оточуючі нас обставини. У головних ролях заслужені артисти України – Сергій Лозовенко, Альберт Вербець, Василю Стафійчук, а також Олександр Карташ, Тетяна Моджук, Андрій Карай. І хоча сезон відкривається трагікомедією, є в ній місце красиві історії справжнього кохання. Цього сезону на глядачів театру, окрім «Дракона», чекає іще одна прем'єра – вистава за п'єсою Кішона «Брачний договор».
До кінця грудня колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру готуватиме сюрпризи для своїх маленьких відвідувачів. Заслужений артист України Альберт Вербець інсценував казки Бажова. Він працюватиме над виставою «Малахітова шкатулка» в якості режисера-постановника. Попри складний час, традиційно восени Миколаїв прийматиме учасників 9-го театрального фестивалю «Homo Ludens 2015». З 2 по 9 жовтня на сцені Миколаївського театру глядачі насолоджуватимуться роботами колективів з Маріуполя, Одеси, Ніжина, Дніпропетровська, Кіровограда, Кривого Рогу. Так, насичений початок сезону, і ми, власне, повертаємося до нашої розмови з гостем. Микола Антоновичу, ну от на що ви сподівалися? Ви розуміли, що ви ризикуєте, звертаючися до такого популярного твору, і вже, ну, як би мовити, можна було б подумати, що все в ньому сказано. Але, ну, за словами навіть нашого кореспондента, сказати є що, і сказали дуже потужно. Ну, вы знаете, даже классическая литература, классическая драматургия, ведь мы понимаем, что есть такая пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», и это не значит, что если ее когда-то хорошо поставили, и Оливия Хасси сыграла замечательную роль Джульетты, то уже больше никто не может прикасаться к этому материалу. То есть каждое время дает повод для того, чтобы пересматривать те вечные ценности, которые нам дарованы нашими предшественниками, великими композиторами, музыку, которую играют современные музыканты во все времена, великими драматургами, пьесы которых играются во все времена. Поэтому каждое время дает повод для того, чтобы обратиться к высоким образцам драматургии, литературы и прочитать ее по-своему и почувствовать ее, и дать почувствовать современнику. Почему? Потому что каждое время имеет свой определенный ритм. И то, что мы знаем, поставлено было там 20, 30, 40 лет назад, оно уже в определенной степени не соответствует тем вибрациям душевным, которые происходят сегодня. Поэтому надо говорить сегодняшние сцены, надо говорить сегодняшним языком, и чтобы говорили современные актеры, которых мы знаем. Я думаю, что таких актеров, как Альберт Вербец, Сергей Лазаренко, Василий Стафичук, знает весь Николаев, и им доверяют. Им доверяют, их любят, и им доверяют. Поэтому те мысли, которые они несут со сцены, они, скорее всего, что будут восприняты театром, то есть восприняты театральным зрителем. И молодые актеры наши, Танечка Моджу, которая играет Эльзу, это вот молодое поколение наших актеров, это те люди, которые воспитываются на эстетике нашего театра, те люди, которые будут являться будущим нашего театра, им надо давать возможность выразить себя в хорошей драматургии. Ну и, кроме всего прочего, эта драматургия имеет очень четкий социальный окрас. Вот чому саме Шварц, чому саме Дракон и саме вот в день відкриття сезону? Ну, видите ли, у нас сейчас, ну, как бы пошла такая тема социальной направленности, тема взаимоотношения человека и общества, человека и государства, человека и каких-то экстраординарных событий в жизни общества. Закрытие сезона у нас было, на закрытие сезона был показан спектакль, премьера спектакля «Мать» по пьесе Чапека. Это достаточно серьезная работа, и я думаю, что она будет востребована, потому что там очень глубокие мысли, взаимоотношения женщины, матери и тех
проблем, которые существуют в обществе. И в данном случае вот как бы войны, которая каким-то образом отражается на человеке. То есть естественный вопрос, который задавал в свое время Чапык еще перед Второй мировой войной, и сейчас естественный вопрос в обществе, насколько человек может распоряжаться тем богатством, в данном случае в спектакле, детьми. Мать, насколько она может на них влиять в процессе, вот в таких сложных процессах революционных, военных и прочих, то есть вот катаклизмы, которые требуют от человека отдачи не только времени, но и жизни. И вопрос, который задается, имею ли я право на тех детей, которые я родила. Вот основная мысль спектакля. Или я рожаю их для того, чтобы они ушли воевать друг с другом. Притом в пьесе речь идет о том, что два брата находятся в разных лагерях, и они просто убивают друг друга. Вот в этом трагедия. Она не трагедия не сегодняшнего дня. В истории таких случаев, и в нашей истории в том числе, было множество, и всегда люди задавались вопросом, в чем же смысл, в чем же высочайшая идея, ради которой, в общем-то, должен брат единокровный убить другого брата. Это в прямом смысле. И в данном случае пьеса «Дракон», она тоже задает вопрос, кто же мы есть на самом деле. Мы продолжатели дракона или мы те люди, которые все-таки пытаются изжить из себя вот весь тот негатив, который существует. Ведь очень многие люди надеются за декларацией, вот давайте будем жить лучше, они предполагают, что кто-то придет и принесет им на блюдечко с голубой каемочкой эту лучшую жизнь, которая вот... А на самом деле, ну, самое простое – это начинать с себя, как в «Маленьком принце». Экзюпери говорится о том, что ты проснулся, надо убрать свою планету. Планету имеется в виду душу и, в общем-то, то, что вокруг тебя, свой дом, свою душу, все. Что, ну, элементарный пример. Я когда иду по улице и слышу, замечательная молодежь, все нормально, я как бы не отношусь к тем людям, которые брюзжат, что вот мы были там хорошие, а вот молодежь у нас такая плохая и какая-то не такая, ничего подобного. Замечательная молодежь, но я вам скажу, что я рос в очень небольшом селе, маленьком, где было немного людей, но... Заругаться матом перед взрослым человеком или перед девочкой, с которой ты идешь в школу, то есть это было просто недопустимо, это нонсенс, чтобы я в 8 классе, да, там в кругу пацанов мы пытались показаться друг перед другом взрослыми, и там кое-какие вещи позволяли. А чтобы перед девочкой все распустить язык и начинать там разговаривать какими-то ненормативными словами, ну это просто не было. Это же дракон и про матюки також. Так, в том числе, потому что это все за в том числе. Это, говорю, на и что про там нашу такого? Маленькую планету. Да, а что там такого? Вот что ну вот взял, заругался. Ну вот ну, нельзя так, не может быть-то. Если ты хочешь, чтобы было все нормально, ну начни с себя. Просто перестань сквернословить. Вы скажете зараз, перестань сквернословить, а потім скажете, прибери за собою, ну, не кидай папірці. Ну а как? И вот тогда настанет хорошее время. Тогда человек будет ценить то, что он делал. И когда люди проснутся, в городе не будет зарисованных стенок. Вот человек ходит с баллончиком и рисует в городе стенки. Но кто-то же их должен ремонтировать, да, за какие-то деньги, приводить это в соответствующий вид. Вечная тема. Да, вечно. Вот это дракон. Он у каждого выражается по-разному. Он у каждого по-разному. И вот хочется установить вот такой вот диалог между залом, между городом и театром. Давайте все-таки
вот все-таки подумаем, где же, собственно говоря, дракон? Вот там где-то за пределами нашего понимания, нашего сознания, нашего тела, нашего дома, или он находится... Чи мы и есть той дракон? Или мы сами являемся... Микола Антоновича, еще буквально два слова про фестиваль. У вас такая великая подія на базе, вы встречаете, вы принимаете разные коллективы из всей Украины, и мы также будем высветлювати эту подію. Щодня будут у нас гости за вашей помощью. Кого вы чекаете и на что покладаете надежду? Ну, вы знаете, я вам скажу, что самое, самое главное, самое основное и самое обнадеживающее, что все-таки этот фестиваль состоится. Потому что многие города отказались в связи с тем, что очень сложные материальные вопросы, очень, очень много проблем других. Вот, многие, многие города отказались. То есть, что такое отказаться? Это просто не помочь театру финансово. Потому что приезжают коллективы, их надо как минимум расселить и хотя бы один раз в день там обедом накормить. Вот, приезжают они за свой счет. Вот, вот такое движение, такая динамика обмена творческими коллективами, она очень много дает. Мы, в общем-то, подчас не замечаем таких простых вещей, элементарных. Вот, ну, я не знаю, кусок хлеба. Вроде, а что такое кусок хлеба? Да, в общем-то, ну, но нет сегодня. А это, оно имеет, этот кусок хлеба имеет и практический смысл, и философский смысл. Таким же образом и театр, ну, как воздух, да? Вот мы дышим нормально, все хорошо, вот мы живем, да? А вдруг его нет? Вдруг его нет, и что-то, наш организм начинает плохо работать. Таким же образом, и я имею в виду не только театр, все искусство, оно не может быть отделено. Если это оторвать от человека, ты оторвешь часть ее жизни, часть сознания, часть культуры. И обмен гастролями, обмен коллективами дает толчок, во-первых, развитию собственной творческой мысли, и, во-вторых, дает оценку. Если приезжают хорошие театры, мы говорим, что... Все познается в сравнении. Да, мы говорим, опа, мы что-то не дотягиваем, нам надо сдвинуться куда-то, шажочек ускорить. Если приезжают театры, в общем, которые... Ну, будем говорить... До вас растут. Да, не достают. Мы так... говорим, что, о, ребята, мы, в общем-то... Вы для себя это робите. Да, и для себя, и для того, чтобы жители города понимали, что город наш не только состоит из пивных будок, будок позвонишек и все прочее. Мы же вот декларируем... У нас культурный место. Да. Скажите, будь ласка, Микола Антонович, ну, от я так розумію, що прем'єру... Миколаївський глядач вже буде дивитися трошечки згодом, так? Тому що він на прем'єру, ну, власне, не потрапить. Ну, чому? Ну, 426 чоловік буду смотреть, потім воно спектаклі нашого міста, звісно. І... А от на наскільки доступно буде ось так подивитися вистави інших учасників? Ну, я, честно говоря, я вам сейчас не могу сказать, сколько есть билетов и есть ли они сейчас на спектакле фестиваля. А вот сегодня вторник. Кто на ваш вторник. Погляд наиболее? А? Кто на ваш погляд наиболее из участников? Ну, ну кроме вас. Вы знаете, вы меня спрашиваете приблизительно так. Вот какая женщина красивая? Каждая кого женщина. Кого ты больше любишь, маму или папу? Да. Кого ты хочешь? Ну что ж, тогда запрошуйте наших глядачей на фестиваль, на премьеру. Дорогие жители Николаева, дорогие жители Николаевской области, уважаемые, любимые земляки, пожалуйста, приходите в театр. Я вам даю гарантию, вы не пожалеете. Это не напрасно потраченное время. Это то время, которое проведено с пользой и для себя, и для театра. Потому что мы нуждаемся в вашей поддержке, мы нуждаемся в ваших эмоциях, мы нуждаемся в вашем сердце, в вашей чуткой душе, когда вы находитесь в зрительном зале. Спасибо вам за то, что вы наполняете каждый вечер наш зрительный зал. Дякую вам. Бажаю вдячного глядача, вдалої прем'єри і чекаємо гостей у студію.